Всем добрый день. Вот решил записать небольшое видео о своем маленьком арсенале. В наличии имею 3 единицы гладкоствольных оружий. Начнем, наверное, с самого первого ружья. Не первого, конечно, ружья, а самой знаменитой легенды. Это первый МЦ-2112 МП. МП — это значит дульные насадки. Вот у него в чем отличие? У него дульные насадки и высоковентилируемая планка. Также она сделана ручной работой в 28 цеху, и на нем, на этом ружье, есть гравировки, кто сделал, какой мастер и чьи гравировки. Но единственное, что сейчас оно все заклеено у меня пленкой, так как я с этим ружьем уже много лет охочусь на гуся. Здесь вот на прикладе тоже гравировка оленя. Она тоже заклеена просто временно. Это ружье 99-го года выпуска. Это ружье выставочное. Я его в свое время выкупил с выставки «Охота и рыбалка». На ВДНХ была. Это ружье ездило по выставкам по всему миру. Там в Германию, Люксембург, еще куда-то там что-то наездил. Я ее выкупил с выставки. За приличные деньги в те времена. Ружье это мне вот с 2001 года, всегда верой и правдой служил, я всегда с ним ходил, охотился, даже ездил на соревнования на стенд. И завоевал даже первые места с этого ружья. Очень добротное ружье, довольно, просто шикарное ружье. Конечно, со временем, с годами я решил приобрести себе другое ружье. Это итальянский производитель, очень большой выбор был. Не выбор был, а большой был интерес, конечно, к ружьям к Бинелли, так как они рядом стоят, то же самое, как МЦ, они инерционные. И у меня выбор упал, конечно, на Бинелли М2. Бинелли М2 это знаменитое ружье, с которого стреляют все практики мира. На Бинелли М2 выпал выбор так, как, потому что мне очень нравится у нее сама конструкция вот этой Бинелли. В чем у нее еще отличие? У нее короткий ствол, вес 3.1, 5 дульных насадок, очень легкая, очень маневрная, и плюс она в камуфляже. Ружье тоже очень добротное, купил я ее в прошлом году, первые выезды на весеннюю охоту на гуся были успешные, даже с первый налет пара гусей я добыл с нее сразу пару. Ружье очень кучное, очень добротное. Бой очень шикарный. Я даже не могу сказать по поводу МЦ. Бой, конечно, шикарный. Я с МЦ охочусь очень много лет. Я уже покупал. Это у меня уже 3 ружья МЦ через меня прошло. Это единственное МЦ, которое у меня осталось, который МП. Я очень доволен. И вот сейчас, спустя год, как я купил Бинелли М2, тоже очень шикарное ружье. Очень шикарное ружье, я очень им доволен. И плюс он легкий. Патронник у него 3+1. Вполне достаточно. Вот сейчас в последнее время, в прошлом году я с ним охотился на гуся. Шикарное ружье, просто шикарное ружье. Бой просто чумовой тоже. И сейчас в последнее время, конечно, я охочусь только с ней. Конечно, последнее ружье — это мое спортивное ружье. Это итальянский производитель Риццини Батиста. С ним я очень часто ездил на стенд. Раньше ездил очень часто, профессионально занимался стендовой стрельбой. Занимал определенные свои места, свои ниши. Выполнял кое-какие нормативы. Тоже, что могу сказать об Риццини. Ружье очень добротное. Я единственное, что делал под себя. Наращивал немножко приклад, если видно его тут немного. Наращивал себя так, как он был коротковат. Вес у него 3700-3800. 76 ствол, 5 дульных насадок. С ним я в основном хожу на охоту, так вот, на вочные постоять где-нибудь. А так, в основном, он у меня лежит чисто на стенд. И все. По поводу охоты, я на утку особо не хожу. Зайцев я тоже больше 10 лет не стреляю, мне их очень жалко стало. В основном как-то я хожу гусь и крупнорогатый. Конечно, и с легавой собакой. Это моя любимая тоже охота. Так как гусиную я тоже очень сильно люблю. Я охочусь больше 25 лет на гуся. И для меня это считается самая любимая охота. Для
этих целей Бинель я и купил. М2. Очень хорошее ружье. Я очень доволен. Как бы, конечно, я не любил наши знаменитые МЦ. Бинели, как говорится, есть Бинели. А МЦ, конечно, это прошлый век, конечно, к сожалению. Вот такой какой-то у меня такой небольшой арсенальчик оружия.